товарищи, всем привет! Вы на канале Кукушов. А я выбрался на охоту. Уже теперь не пробник охоты, а на настоящую. Конечно, уже очень поздно, но отмазываться не буду. Еду с ночевой, так что времени у меня будет достаточно, чтобы добыть эту уточку свою. Короче, лодку от зимнего сна пробудил. Сейчас на тихом ходе ее немножко покатаю. И дам уже, чуть волюме добавим. И все, и поедем на место. Короче, сейчас главное успеть выбрать место, где я встану. Чучела раскидать. Ну а завтра уже прямо с утреца, с 3 ночи я буду охотиться. Божешки мои, я попал в сильнейший ураган, все мокрое, видите, весь салон мокрый, все лужи. Короче, я сейчас нашел место, где бухточку пришел оторваться, включил обогреватель автономный, скажу, что у меня есть старые штаны, там куртка, сейчас буду все переодевать. Обалдеть, все мокрое, вот это да, вот это выезд. Ну, товарищи, охота, получается, закрылась у меня на сегодня. Сами понимаете, погода. Еще, оказывается, у меня вон от такого ливня даже течет крыша немного. Как спать я буду, учитывая, что на меня будет капать, не знаю. Но, товарищи мужики, меня поймут. Если охота не удается, можно сгладить вечер и более классическим способом. Жалко, что я один, но, товарищи, давайте так. Буду думать так, что пью с вами, господа подписчики. А, вот такой вот у меня сегодня быт. Все мокрое. Вот здесь обалденное кресло, в котором бы я мог сидеть с кайфом. Но оно хоть отжимай. Все мокрое просто. И одежда в том числе. Кстати, уже далеко не в первый раз я беру несколько одежд с собой. Вот. И действительно помогает. Спасает. Что еще хочу сказать про бытовуху мою. Смотрите. Вот ружьишко лежит. И чтобы... Ну, вы знаете, что я на севере, как бы, кто не знает. Хочу кое-что показать. Видите, вот оно. Сейчас. А вот патроны. Кто понимает, это... Короче, я вышел, когда лодку привязывать. Там прямо следы очень серьезные. И, ну, прям до берега. Так что я подумал, решил как бы зарядить по-серьезному ружье. Такие дела. Ну, товарищи, ваше здоровье. Не знаю, выйдет это видео в итоге или нет, потому что оно получается каким-то странным очень. Вот, получилось следующее. В общем, вчера я же весь промок. Соответственно, я как бывалый охотник просто посидел, посушился и водки попил. В итоге, короче, водка спасла больше животных, чем, наверное, любой Гринпис и все активисты вместе взятые. Потому что утром, проснувшись, я понял, что, знаете что, я вообще-то спать хочу. И все, и спал я до 7 утра, потому что, сколько можно уже это самое, не высыпаться постоянно на работе. В итоге решил, проснулся, думаю, пойду, пройдусь, тут у меня, видишь, те... ручей, там он уходит, небольшая речка, лужи. Потом пойду, сяду на лужи чуть-чуть, посижу. Взял ружьишко, сапожки и пошел. В итоге, смотрите, вот такой обалденный крикаш мне налетел. Папа. Офигенный, просто здоровенный. Вот. Но я провалился в воду по колено, чтобы его достать. Думал, там меч, а там ил, ушла нога. Короче, у меня все, вот, как вы видите, вот мой носок мокрый. Приключение. Поэтому, похоже, я сейчас включу печку, посушу это немножко. Да и не знаю, может останусь, а может уже и поеду. Че уже? Уже 8 часов почти. Такие вот дела, товарищи. Всех с полем. Как бы утку-то добыл.
Жалко, не снял, на блокамеру надеть на голову, чуть не подумал. Ладненько, давайте. Товарищи, короче, вот и закончилась охота, пора ехать назад. Я думаю, что еще успею за эти выходные до ее закрытия еще раз выскочить. У нас до 12-го охота, так что время еще есть. Вот, жаль, что не смог снять в динамике все происшествия, но сами понимаете, законы подлости никто не отменял. И тогда, когда кажется, что сейчас ничего не произойдет, оно происходит. А когда думаешь, что все сейчас отлично, ничего не выходит. Поэтому, все осталось слегка за кадром. Но, товарищи, надеюсь, я просто смог передать обстановку, все эти трудности, которые пришлось преодолевать, ну и как бы дух охоты. Ну и опять же хочу сказать, что сегодня вон у меня крикашок мой сидит. Крикаш, кстати, хороший, прямо реально здоровенный, просто обалденный, офигенный. Поэтому сегодня вечерком я приготовлю вкуснейшую просто закусочку себе. И охота удалась, товарищи. Так что самое главное, это жидкая вода началась, наконец-то. Снег еще не ушел, он, видите, по тому берегу еще снег, но уже вода. Так что лодка на воде, и будет больше съемок и больше контента, как говорится. Ну все, товарищи, на этой прекрасной ноте будем прощаться. Подписываемся, ставим лайк, если понравилось, конечно. Но я еще попробую выскочить и все-таки заснять вам вот этот момент выстрела. Самому хочется прямо на память. Ну а сейчас, пока-пока.